Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юля, и вы на канале о вязании. Сегодня у нас 27 августа, и я хочу поделиться с вами своим хорошим настроением и показать, какую же пряжу я приобрела себе в подарок на день рождения. Самое вкусное я оставлю на потом. Вначале хочу все-таки показать вам пряжу, которая у меня появилась и которая мне безумно-безумно нравится. Также расскажу, какие процессы я буду с нее вязать, зачем я ее у себя приобрела, потому что пряжу я покупала не просто так, не обдуманно, а уже под какой-то определенный процесс. Если вам интересно такое видео, оставайтесь со мной. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. После подписаться нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мои видео. Я стараюсь снимать для вас каждый день. Бывает, что пропускаю, но все-таки часто выходят видео на моем канале. Также вы сможете найти бесплатные подробные мастер-классы, болталки. Ставьте пальчики вверх, и мы с вами приступим к обзору пряжи. Я заказала себе 5 моточков Elize Lana Gold Classic. Эта пряжа всем известна, я в этом уверена. Из этих моточков будем вязать с вами кардиган на осенний период. Очень красивый, необычный, надеюсь, вам понравится. В скором времени начнут выходить уроки по этому кардигану бесплатно, подробно на моем канале. Итак, вот такой красивый светло-серый цвет. Это цвет 684, в 100 граммах 240 метров, 51% акрил, 49% шерсть. Спицы рекомендуют от 4 до 6. Крючка я что-то не вижу. Очень красивый светло-серый цвет. Мне он понравился. У меня есть сомнения, хватит ли мне 5 мотков на кардиган, потому что я буду вязать его для себя на размер 46 как минимум. Поэтому, если что, в принципе, можно докупить. С этой ниточкой я ранее уже работала. Мне она нравится и в носке, и в работе. Она не сильно тонкая и не очень толстая, поэтому одно удовольствие с нее вязать. Ниточка в процессе не расслаивается, очень хорошо себя ведет в изделии. Могу вам спокойно ее рекомендовать как бюджетную пряжу. Вы можете вязать кардиган с любой другой пряжи, которая по душе вам. Также можете взять акрил, если он вам нравится, конечно. Итак, 5 моточков на кардиган. Еще не придумала название, но уверена, что получится очень классно, не хуже, нежели кардиган София, а намного-намного лучше. Я вас уверяю, он будет богатым. Да, у меня уже есть идея. Будет подробнейший мастер-класс. Я вам покажу картинку, потому что буду вязать с картинки, которую взяла в интернете, но немного изменю узор планки. Смотрите, девочки, какая красота! Так и хочется взять в руки фотоаппарат и сделать побыстрее фото в Инстаграм. Очень красивые цвета. Я напоминаю, что в сентябре у нас с вами стартует марафон по джемперу каждому из членов семьи. Надеюсь, многие присоединятся ко мне. Будем начинать каждый день новый джемпер вязать. У меня их будет 4. 2 джемпера для моих дочерей, 1 джемпер моему мужу и 4-й джемпер, конечно же, мне. Итак, с этой пряжей я еще не работала, но я уверена, что меня ожидают одни плюсы. Я не хочу расстраиваться. Моя любимая пряжа — это Газал Баби Коттон. Думаю, что в любимчики войдет еще и Газал Баби Вул. Вот этот цвет выбирала моя старшая дочка для своего джемпера, а вот этот цвет я выбрала для джемпера для своей младшей дочки. Итак, представляю вам Газал Баби Вул в
Впервые на моем канале. В 10 граммах 175 метров. 40% акрил, 20% кашемир па, 40% мериносовая шерсть. Очень мягкая, приятная ниточка. Очень мягкая. Цвет 823. Спицы рекомендуют номер 3. Это нежный лиловый цвет. Дочка сама себе выбрала, и я очень довольна. Будем вязать ажурный джемпер в школу. Думаю, что 5 моточков будет достаточно. Ну, а если не хватит, можно, в принципе, дозаказать. Так, снова Газал Baby Wool, только уже цвет 831. Он идет как малиновый. Я заказывала малиновый цвет только катон из Газала. Он был намного ярче. Вот этот цвет мне очень нравится. Он приглушенный и не розовый, и не темный, и не сильно яркий. Очень красивый малиновый цвет. И вот здесь уже вижу узелок. Ничего страшного. Такая богатая, красивая ниточка. Тоже будет джемперочек для моей младшей дочки Софии. Так, по 5 моточков каждого цвета. Думаю, что будет достаточно. Надеюсь, вы эту пряжу узнали. Она пойдет на джемпер или пуловер «Чайка». Буду вязать для себя. Может, свяжу еще чайку для своей старшей дочки. Я вам сейчас покажу все. Итак, начну вот с этого. Элизе Ангора Голд Стар. В 100 граммах 410 метров. Цвет 62-й, молочный, перламутровые пайетки. Так, где здесь? 67% акрил, 17% шерсть, 11% полиэстер, 5% пайетки. Спицы рекомендуют от 4 до 5, крючок от 3 до 4. Очень красивая ниточка. Потом вам покажу, с какой пряжи я хочу ее скомбинировать. Цвет 21. Из этой ниточки я планирую вязать жакет для своей старшей дочки в школу. Тоже будет, надеюсь, мастер-класс. Снова эта же пряжа, только цвет 391. Он идет как лиловый. Не знаю, камера немного передает, но вот в реале он больше с розовинкой. И вот этот, который покорил меня, бордовый или винный, как на него еще говорят. Смотрите, здесь красные пайетки. Очень красивый цвет, насыщенный. И этот цвет 57-й. Если кто-то вдруг захочет приобрести себе такой, смотрите. Безумно красивый, насыщенный. Супер. Итак. Вот этот моточек будет для чайки, для меня. Я хочу скомбинировать вот таким образом. Смотрите, вот эту пряжу дарила мне моя дорогая зрительница. Огромное вам спасибо еще раз. Я хочу, чтобы вся чайка была связана из твидовой пряжи, и полосы были пущены из пряжи Elize Angora Gold Star. Именно этот цвет. Вот. Будет очень красиво, я считаю. Буду начинать вязать в этом месяце. Посмотрим, что из этого всего получится. Как вы думаете, напишите ваше мнение. Эту пряжу я покупала для старшей дочки на чайку. Но это если мне понравится вязать данный реглан чайка, как он называется, точно вам не скажу. Если мне понравится для себя вязать, тогда я свяжу для своей старшей дочке тоже такой свитер. Эту пряжу мне предоставил
Интернет-магазин, ссылочка будет внизу в описании под видео. Если вы захотите купить себе бобинную пряжу, очень там классные варианты этих бобинок, сможете найти на любой вкус, на любую цену. Я хотела скомбинировать или вот так, тоже будет связана вся чайка с бобинной пряжей, и полосы пущу поверху вот с этой ниточки с пайетками. Или же скомбинировать вот таким образом, будет более светлый вариант. Поэтому я и заказала два моточка, чтобы присмотреться, как они в жизни выглядят и как больше мне понравится. Ну, мне пока что нравится вот так. Будет нарядный, красивый свитер. Посмотрим, что с этого всего получится. Напишите, какой вам вариант. Вот так, вот этот первый. Они почти в тон получаются. Или же вот с молочным. Мне важно ваше мнение. Буду ждать от вас комментарии. Вот такие задумки. Но это я не знаю, когда я чайку для старшей дочки начну. Наверное, в конце сентября, когда ей свяжу вот из этой ниточки джемперочек. Потом уже буду над чайкой работать. Так что вот, девочки, такие мои дела. И самая главная моя покупка — это большая книга японских узоров. 260 необычных схем для вязания спицами. Хитоми Шида. Кто давно со мной, тот знает, что я себе загадывала на день рождения подарок для себя, да, и себе самой, приобрести вот такую книгу. Я подумала, денег всегда как бы не хватает, но зачем откладывать? Их всегда будет мало. Я решилась. Купила себе вот такую классную, шикарную книгу на русском языке. Я очень рада, что нам перевели эту книгу на доступном нам языке. Большое огромное спасибо. Ну, наверное, эту книгу все знают, что там внутри содержимое. Главное, что я вам хочу сказать. Мы с вами будем вязать очень много джемперов с узорами из этой книги. Надеюсь, я вас порадую. Также могу снимать мастер-класс на некоторые узоры. Я вам немного так полистаю. Вот. Какая красота! Знаете, когда покупаете книгу, вот как у меня бывает, приобрела я книгу, смотрю, ну вот этот можно узор взять, листаю, ну вот этот ничего. А здесь хочется связать буквально все. Очень красивые узоры, нет плохого узора, все сногсшибательные, все очень классные, все желанные, как бы так сказать. Очень я довольна, классные, качественные иллюстрации. Фото узоров. Я очень и очень довольна этой книгой. Теперь я хочу еще 250 узоров. Но я думаю, что в скором времени эта мечта тоже осуществится. И у меня появится еще вот эта книжечка. 250 узоров. Очень классные картинки. Супер. Безумно нравится. Вот. Какая красота. Все хочется вязать. Найти бы время. Супер. Из этой книги я буду выбирать узоры для джемперочков своим дочкам. Так что мы с вами повяжем. Повяжем, девочки, очень много, очень классных моделек. Супер. Напишите, пожалуйста, девочки, у кого есть книга, ваши впечатления, чтобы другие девочки, которые хотят приобрести эту книгу, знали, нужна она им или нет. Вот у кого есть книга, напишите, какие ваши впечатления. Она действительно классная, как я говорю, или же у вас есть сомнения, или вы жалеете, что вы ее купили, лучше бы что-то другое приобрели. Итак, ну еще покажу вот эту. Эта книга мне пришла в подарок. Не из-за того, что я как бы веду вязальный канал, а просто на сайте была акция ко дню независимости Украины. Дарили вот такие книги. Называется «Незалежність очима ТСН». Ну, это на украинском языке. Конечно, я сейчас пытаюсь читать книги на русском, чтобы мне было проще выговариваться, снимать видео. Поэтому, не знаю, может, когда-то начну читать ее. Вообще, она толстая, классная. Есть иллюстрации. Вот, смотрите. Я думаю, что дети подрастут, им будет очень интересно почитать. Вот,
Первый мобильный телефон стоил как квартира в 93-м году. Ну, такие есть факты интересные. Так что вот так. Все, девочки, на вот такой классной, замечательной, приятной ноте я буду с вами прощаться, но ненадолго. Мы с вами скоро встретимся, надеюсь, завтра. Найдите, пожалуйста, свободное время на свое любимое хобби. Вы у меня самые-самые лучшие. Я вас ценю, люблю. Пишите ваши комментарии. Будем с вами много вязать в этом сезоне. Желаю вам ровных петелек, всего самого наилучшего. И пока-пока, девчонки!